Велико посухопіше шестом Ізраїль побіжні стопами. Гонители фараона, видя подопляема Богу, победную песнь поим вопияше. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Несть святый, яко же Ты, Господи Боже мой, вознеси рок верных Твоих блаже, и утвердивай нас на камене исповедания Твоего. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Воистину суета всяческая, житие же сей несонье, ибо в суе метец всех земнородный, як уже речи Писание, егда мир приобрящим. Тогда вокруг селимся, и где же вкупе царей нищий, тем же Христе Боже, усопшего раба Твоего упокой, яко человека любец, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Всесвятая Богородица, во время живота моего не остави меня, человеческому предательству не вери мя, но самыми заступи и помилуй мя. Христос, моя сила, Бог и Господь, честная церковь, боголепно поем взывающая, от смысла чистого Господи празднующих. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Божиим светом Твоим блаже, утреннюю щите душу любовь озари молюся, Тя видите слове Божий, истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведет ли живот мой много милостиве. Паки миром Господу помолимся, Господи помилуй. Ищи молимся о упокоении души усопшего раба Божия, но престольного Владимира, и уеже проститесь ему всякому прегрешению, вольному же и невольному, Господи, помилуй, яко да Господь Бог учини души его, и где же все праведнее упокоятся. Господи, помилуй, милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов его у Христа бессмертного Царя, и Бога нашего просим, подай, Господи, Господу помолимся, Господи, помилуй. Яко Ты есть и воскресенье, живот и покой усопшего раба Твоего, нового престольного Владимира. Христе Боже наш, и Тебе славу высылаемся безначальным Твоим Отцем и Пресвятым Владимиром, и животворящим Твоим Духом ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, и где же несть болезни, печалини, воздыхание, но жизнь бесконечная, сам единый и бессмертный, сотворил и создал человека, земли оба земли создав он вся, и в землю то везде пойде, яко же повелел и создал имя и реки ими, яко земля и сей землю отведеши. А может все человецы пойдем на гробное рыдание творящих песнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Рассадательное вопешься дело ангел преподобным отроком халдежа паляющие. Веление Божие мучителя увещало пить, благословен еси Божий Отец наших. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.
из пламени преподобным росу источил еси, и праведного жертву водой попалил еси, вся ботвориша Христе, тут мы же хотите, тебя превозносим во все веки. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеючи на ангельски взирать. Тобою же всечистое явися человеком, слово воплощенно, Его же величающее с небесными воите ублажае. Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижда во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную и бесславную, неимущую вида. О чудесе, что сие же она с блистанистого, как по предахам сетлению, как по сопрягахам со смерти, воистину Бога повелением, яко же писано есть. Посадите. Подающему приставшемуся упокоение, вон мне премудрость, вон мне противный глаз шестый. Блажен путь, вон же идешь и дней душе, яко уготовася тебе место упокоения, к тебе, Господи, воззову Боже мой, да не примолчишь от меня. Блажен путь, вон же идешь и дней душе, яко уготовася тебе место упокоения. Премудрость к Солунинам послание. Святаго апостола Павла чтение, вон мне. Братья, не хочу вас не видеть умерших, да не скорбите, як же прочие не мучу упования, ащебо веруем, як Иисус умре и воскресе, так и Бог, умерший, Иисусе приведет с ним. Сие во вам глаголем словом Господним, яко мы живущие, оставшие пришествие Господне, не имам мы предварить умерших, яко сам Господь повеление во власть архангелове. И в трубе Божией сниди с небесе и мертвые, о Христе воскреснут первые. Потом же мы, живущие, оставшиеся купно с ними, в восхищении будем на облаках в сретении Господне на воздусе. И так всегда с Господем будем. Аллилуйя. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем. Наклоняемся головы. От Иоанна святаго Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мне. Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, аминь, аминь, глаголю вам, яко слушай словесе моего, и веруя пославшему мя, и мы жизнь вечную, и на суд не приедет, но приедет от смерти в жизнь. Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час, и ныне есть их до мертвы, услышат глас Сына Божий, и услышавша живут, яко же бы Отец имет жизнь в себе». Так удаст и Сын, и жизнь имейте в себе, и область даст ему и суд творите. Яко Сын человеч есть, не дивитесь и сему, яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшие блага и воскрешение жизни, а сотворшие зла и воскрешение суда. Не могу за себе творить и не часо же, яко слышу, сужду, и суд мой праведен есть, яко не ищу воли моей, но волю пославшего мя Отца. Слава тебе, Господи, слава тебе. Я сейчас буду читать молитву о прощении грехов. Я рабу Божию.